Здравствуйте. В прямом эфире главные новости экосистемы Амир Капитал Групп. Меня зовут Ксения Хоффман. Сегодня в выпуске. О текущем положении дел в компании расскажет Марат Амирович Мымбаев. Ждем его в гости. Также вы узнаете самую актуальную информацию о верификации пользователей и о подарках на 23 февраля от Амир Академии. Начнем с горячих новостей. Итак. Верификация пользователей в компании Global Pass на текущий момент прошли уже 6390 человек. Попробовали пройти верификацию 11073 инвестора. Было отклонено 2522 заявки, и в очереди на рассмотрение остается 2161 заявка. Напоминаем, что для того, чтобы пройти верификацию, с вашей электронной почты, на которую зарегистрирован ваш личный кабинет, необходимо написать запрос на адрес support@amir.capital следующего содержания. Прошу сбросить верификацию. Как только верификация будет сброшена, в вашем личном кабинете появится желтая полоска с предложением снова пройти верификацию. После этого необходимо загрузить все необходимые документы и отправить вашу заявку. Напоминаем, что вся информация о прохождении верификации, а также о самых распространенных ошибках, которые допускают пользователи, опубликована в официальном телеграм-канале компании и также есть на сайте, поэтому обращайтесь. Теперь к нам присоединяется Марат Амирович Мымбаев и расскажет сейчас главные новости о текущем состоянии дел в компании. Марат Амирович. Да, всем добрый вечер, на самом деле. Добрый вечер. Да, Ксения, мне дали тот же текст, что и вам, да, по идее, эти цифры должен был озвучивать я. Единственное, что могу добавить, что промежуточные итоги аудита пройдены достаточно успешно. 531 заявка успешно обработана, нет задвоенных транзакций, нет превышения установленных лимитов. И вчера была такая, с моей стороны, большая презентация токен сейла АВТ. А на сегодня запись будет обработана, и сегодня уже выложена на сайте, на нашем YouTube-канале. Да, работа идет полным ходом. Есть уже такие решения, да, там по ускорению обработки заявок, да, и завтра, наверное, уже через амбассадоров мы сообщим о текущих решениях, об улучшении, и ускорении выводов, которые мы декларируем. В остальном по проектам тоже идут достаточно такие сильные продвижения. По работе непосредственно в данных проектах тоже в ближайшие, скажем, дни об этом объявим. Я сейчас, наверное, побыстрее убегу, потому что мне нужно подготовить, можно сказать, итоги двухнедельных наших результатов торгов. Торговля кипит. Вот после меня там Сергей расскажет о ситуации непосредственно на рынке, о наших взглядах на текущее положение дел на рынке. Работа вся, вся команда находится в ресурсе. Работа проводится достаточно качественно. Как всегда, наши ребята дают какие-то невероятно в хорошем смысле высокие результаты. Единственное, вот на прошлой неделе у нас была определенная заминка, и технического характера, и такого, может быть, политического характера. И мы решили в этот раз как раз объявить уже результаты двух недель. И мне надо быстрее отлучиться, так сказать, чтобы вовремя эти результаты более точно посчитать и предоставить их для уже на радость нашим инвесторам. Большое спасибо за предоставленную возможность. Я просто вижу волнение, слышу, что я там пропал с радара, что-то со мной такое плохое там произошло. Нет, на самом деле я прекрасно себя хорошо чувствую. Я полностью в работе, поглощен. Даже какой-то был позитив от такого цифрового или информационного детокса. Честно говоря,
получилось отдохнуть эти как раз, скажем, пару-тройку дней, которые вы мне позволили отдохнуть. И полон сил на сегодняшний день. Работа кипит, и думаю, что в ближайшие дни мы вас будем радовать нашими успехами, достижениями в нашей оперативной работе. Большое спасибо, Марат Тамирович. Действительно, было приятно вас видеть. Заходите почаще на дайджесты. И отпускаю вас. Конечно, доходность – это важно, поэтому увидимся с вами уже в среду в Криптомир. Большое спасибо. Всем большое спасибо. Да, до новых встреч. Global Star Club. Возможности безграничны.